Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня будет довольно-таки интересное видео, в котором я вам покажу новые машины на третьем чипе. Но я вам покажу машины, которые не показывали другие ютуберы, поэтому видос будет максимально интересный, информативный. И от вас хочу увидеть максимальную активность. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а вы, конечно же, не забывайте то, что игра на проекте Amazing Online, все ссылочки есть в описании, мой промокодик, вводите и получайте денежку. Не буду как бы вас задерживать, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Полетели! Ну что ж, ребятки, первый автомобиль это Nissan Z, то есть этот автомобиль можно вывести в контейнерах. Все автомобили, которые вы видите, их можно достать только в контейнерах. То есть вам нужно ходить на контейнеры, ставить ставки и пытаться выбить эти автомобили. Либо купить у кого-то их с рук. Ну что ж, давайте сразу тестировать максимальную скорость, 3.3 чип, газ в пол и полетели. Посмотрим, на что способна эта японская малышечка. Так, 200 есть, 250. 270, 290, 300 км в час, 305, 307, 311, 317 км в час я увидел на спидометре. Я думаю, то, что она может даже больше, наверное, поехать. То есть давайте попробуем еще в обратную сторону. Ну, как бы 317, я скажу, это очень неплохо. Ну, жопа такая симпатичная, то есть морда, ну, такая спорная. На любителя, короче. Давайте еще раз попробуем разогнать эту малышечку до максимальной скорости, потому что, мне кажется, 317 это был как бы не предел. Было бы нитро, конечно, было бы проще это проверить. 317, в принципе, неплохо. Но мне кажется, то, что она может немножко больше. Ну, а внешний вид, как я сказал, на любителя, то есть кому-то, может быть, нравится, кому-то не нравится. Но тачка довольно-таки необычная. Ну, и так неплохо рулится, можно подрифтить. Следующий автомобиль тоже у нас японский, это Subaru VX STI или Impreza. Не знаю, как правильно, я не субарист, я особо не шарю, поэтому, короче, Subaru. То есть такая Subaru. Четырехдверная такая японочка тоже, такой самурайчик. И давайте проверим ее максимальную скорость. То есть ускоряется она бодро, полный привод все-таки. Максимальная скорость у нее 293 км в час. По разгону я скажу очень бодро, то есть по управлению она тоже довольно-таки хорошо рулится, то есть слушается руля. Но я едет реально бодро, то есть мне эта тачка понравилась, я даже задумался себе такую собрать. Мне он реально очень понравился, то есть по ускорению реально бодренько. То есть это еще и без нитро, с нитро, мне кажется, она будет вообще прям рвать очень жестко. Ну что ж, ребятки, следующий автомобиль это Audi RS7 в новом кузове. Если честно, сам кузов этого автомобиля мне не особо нравится, то есть внешне меня эта машина не цепляет. Но давайте его затестим, как бы RS-очка вот такая вот интересная. Все, давайте газ в пол, полетели, посмотрим максимальную скорость данного автомобиля. То есть неплохо, Субарик там 290, Аудюха вот едет 313. По управлению очень хорошо рулится, то есть в любой поворот можно вписаться. И можно легко разъебаться, блять. Нормально я так влетел. Передавай привет. В общем, хочу передать привет Эшли Мур, главе Фомы Мур, также Алехандру Мур, это агентик, лучший вообще на свете, а также Василию Лювиноградову. Все отлично. Спасибо большое. Можно челочку пожать? Да, можно. Даже здесь меня узнают на чужом серваке. Приятно, приятно. Так, давайте ручку пожмем молодому. Молодому ручку пожмем. Новая пиздатая. Амазинг лучший сервер на планете. Короче, ребятки, что я хотел сказать, тачка очень хорошо рулится, то есть по управлению прям бомба. Она такая резкая, дерзкая, быстрая. Следующий автомобиль тоже Audi, вроде бы это Audi Q8, тоже новая машина из обновления, которая есть в контейнерах. И смотрите, максималка 313, то есть у RS7 максималка 313 и у Q8 тоже максималка 313. То есть по максималке и по управлению они одинаковые. То есть максималочка прям бодрая, тоже рулится в любые повороты, лево-право, да нормально. Если бы лично я выбирал между RS7 и вот этим автомобилем, я бы выбрал, скорее всего, вот этот автомобиль, потому что он выглядит более необычно. Это такой кроссовер, реально булочка, по управлению очень даже хорошо. Да, я без права остался. Спасибо большое. Накатался, пацаны. Все, спасибо. Классный был обзор на машины. Всем удачи, всем пока-пока. Ладно, ребятки, я, короче, пошутил. У нас еще есть один автомобиль, последний, это Aurus. То есть, как по мне, это как будто, знаете, китайская копия Rolls-Royce. То есть я этот автомобиль не понимаю, я не понимаю, кто его будет покупать. Я бы себе такую не купил, честно. Не знаю, что в ней такого интересного, но давайте затестим максимальную скорость. Так, разгончик у него бодренький, по управлению она такая тяжелая, очень плохо рулится, ну именно радиус поворота у него маленький. То есть такое ощущение, как будто, не знаю, у него какая-то морда либо тяжелая, либо, блядь, как будто ты на фуре едешь, не знаю. Не знаю, кому нахрен она нужна, честно, я не знаю, пацаны. Мне она вообще не нравится. Мое дело вам просто показать, сколько она едет на третьем чипе. А на третьем чипе она едет 260. Ну, бля, вроде бы и нормально, а вроде бы можно было бы и побольше. Ну, моделька собака, конечно, сделана хорошо, но именно по управлению как-то и сложно поворачивать, очень сложно. Но так в целом, кому нравится, покупайте. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я буду с вами прощаться. Я вам показал практически все автомобили, кроме В-класса. Надеюсь, то, что вы по достоинству оцените это видео, поставите много лайков, напишите комментарии. Кстати, напишите, какая из всех машин вам понравилась больше всего. Я напоминаю то, что все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.